Анзор, не уходи, пожалуйста, пока ты горячий. Я тебя поздравляю с уникальным, насколько я понял, результатом. 13-й чемпионат, это с медалью. Это мотивация была для тебя? Ну да, мотивация была. Ну, такой цели не было, просто так накопилось. Так, такой цели не было. Цель была хотя бы раз побороться на чемпионате мира. Ни разу не боролся. Ну, мечта остается все-таки на чемпионат мира выйти? Ну, остается, да. Есть цель, еще есть желание. Анзор, а до какого возраста можно бороться? Тебе уже 33, возраст Христа, так сказать, мудрости. Ну, если дисциплина будет, я думаю, до 35. Вполне. Чем ты еще увлекаешься, помимо борьбы? Ну, только борьбой, если честно. Я видел в сетях, ты на лошади хорошо смотришься. Да, я иногда вот на лошадях, да, прогулки делаю. Так, это, можно сказать, хобби. Слушай, это очень непростые животные, с ними надо контакт иметь. Я, например, боюсь, вот они меня чуют. Как ты находишь контакт с этим зверем? Ну, уже этот есть контакт какой-то, у меня своя лошадь. Так двигаемся вместе. Кому привет хочешь передать? Ну, хочу передать привет всем, кто болел за меня, своей семье, своим родителям.